В Елабужском институте КФУ состоялся конкурс индивидуальных проектов среди обучающихся IT-класса университетской школы. IT-класс действительно это наше достижение. Достижение не только университетской школы, но и Елабужского института. Исходя из этого, хотелось бы пожелать вам продолжать эту деятельность, потому что это ваше будущее, да? Это ваша будущая профессия, и вообще это очень актуально, востребовано в сегодняшнем мире. Мероприятие стало итогом первого учебного полугодия IT-класса. Каждый из ребят выбрал для себя собственное, интересующее его направление IT-сферы. Так, среди представленных проектов были приложения для компьютеров и мобильных устройств, игры, интерактивные сайты, а также проекты в сфере графического дизайна и 3D-моделирования. Я выбрала веб-мангу, которая направлена на просвещение детей в сфере IT-знаний. Я планирую его размещать на Мангалибе, чтобы много людей смогли его прочитать. Кому-то он должен помочь в понимании IT-сферы. Мой проект — это приложение на компьютер, которое меняет обои на рабочем столе в зависимости от времени и погоды. Многие ребята не планируют останавливаться на достигнутых результатах. Планируется либо улучшенная модификация готовых проектов, либо исследование чего-то кардинально нового для них в сфере IT. До конца 10 класса я уже планирую создать сайт, на котором будут решения, ну, как решать ЕГЭ по информатике. То есть это как бы мой еще один проект, который я еще не заделал. После демонстрации индивидуальных проектов экспертной комиссии были определены победители в различных номинациях. Прилагайте усилия, достигайте результатов, будьте успешными. Спасибо за то, что вы есть. Все участники были отмечены памятными подарками. Также они услышали советы и наставления, касающиеся дальнейшей работы от научных сотрудников Елабужского института. Надежда Мещерякова, Айдар Нурмиев, Универньюз.